Видео подготовлено сайтом онлайн gdz.net. Давайте на странице 58 выполним задание под номером 7. Здесь ты можешь написать вопросы для викторины о городах Золотого кольца. На уроке окружающего мира вы побывали в некоторых древних городах, русских городах, которые все вместе образуют знаменитое на весь мир Золотое кольцо России. В него входят Сергиев Посад, Переславль-Залесский, Ростов, Великий Углич, Ярославль, Кострома, Плёс, Суздаль и Владимир. Зададим несколько вопросов для викторины. Например, такой. В каком городе находятся Золотые ворота? Золотые ворота находятся в городе Владимире. Как вы думаете, почему они так называются золотыми? Они названы потому, что очень красиво. Золотые ворота – это замечательный памятник старины. Кто основал город Владимир? Город Владимир основал князь Владимир Мономах. Отсюда этот город и получил свое название. Задайте вопрос одноклассникам, оцени их ответы. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если есть вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на нашу группу в социальных сетях.